он заяц. И он розовый. Здравствуйте. Войти можно? Но это не сказка для детей с волшебными персонажами. Ну, с подругой-то понятно. А вот что со студентом делать? Это сказка для взрослых с отнюдь не сказочным концом. Ну что, какие-то проблемы? Да нет никаких проблем. Но всегда есть возможность все исправить. Джека, прости меня. Я хочу увидеть тебя. Или же нет. Ануар Нурпейсов, Максим Акбаров, Фархад Абдраимов. В фильме «Сказ о розовом зайце» на Хит ТВ.